Докладывает Леон. Выхожу в патруль под маркировкой А2. Здорово. Как дела? Вау, РП отыгрываете? Нет. На Аризоне? Доба. Я же сказал как. А офицер Холланд и офицер Богачев вышли в патруль под маркировкой А2. Докладывает Джеймс. Занимаем маркировку А4. Конец связи. 10:20. Докладывает Леон Генуэ. 10:20 до конец связи. Докладывает А2. Аэропорт. Конец связи. Докладывает Кену. Это маркировка 4-10-20. Гарсия, код 4. Конец связи. Просто информация. Леон, называй просто сюда Догерти и все. А теперь скажи, мы тебе должны прям про каждое нарушение говорить, и мы их толпой ловить будем, или как? Вот, например, у нас сейчас по газону едут. Вот чё? Хорошо. Из города я тогда не буду говорить, те, кто в город, буду лучше. А20. 10:20. Да. О, у меня Том в АФК ушел надолго что-то. Ну не, я пока локацию не поменял. Докладывает маркировка Адам 4. 10:20 Чайнатаун. Код ФО. Конец связи. Том минус. Я соло. Мысли. Какой у меня там А2? А2, меняю маркировку на L1. Конец связи. А20, 10:20, чайно так. Какой-то... Докладывает маркировка Адам 4, 10:20 и Истер Базин. Конец связи.
Докладывает Л1, 10-20, Кингс, конец связи. Нас вызывают. Меня ФБР сейчас впечатали в стену, кажется, там что-то срочное. Когда заканчивались патруль? Патрульная машина, когда только что подъехал, развернитесь. Ко мне тут один подъехал, а я соло. А-20, 10-20, Даунтаун, Котфо. А, я за Томом. Л1, меняем маркировку А2. Ребята, кто соло у вас, кстати, красиво?